Как хакнуть свою память и запоминать все что угодно всего лишь за 20 минут. Сейчас я расскажу вам о методе немецкого психолога Германа Эббингауза. Поехали! Эббингауз вывел так называемую кривую забывания. Вот как она выглядит. В качестве основы берется часовая лекция. Кривая находится в наивысшей точке, наибольшее количество информации сохраняется сразу после окончания мероприятия. Через день вы забудете от 50 до 80% материала лекции. К 7-му дню этот показатель снижается до 10%, а к 30-му дню информация практически исчезает, сохраняется всего 2-3%. Так что же делать? Эббингауз предлагает практиковать интервальные повторения информации, чтобы кривая получилась вот такой. Итак, первое. В течение 24 часов после получения информации потратьте 10 минут на повторение. Второе. Через 7 дней потратьте 5 минут на реактивацию того же материала. Третье. К 30-му дню потратьте еще 2-4 минуты на повторение, и кривая снова поднимется вверх. Таким образом, за какие-то 20 минут вы сможете хорошо запомнить важный материал.